Я вас приветствую в зоне. С вами Тоха 1979. Всем привет. Что ж, мы продолжаем играть новый мод «Время Альянса». Часть третья, как я помните, вторую часть я прошел. Это третья часть, называется «Связь времен». Ну что ж, как помните, у нас поговорить с Шерханом, с своим отцом нужно поговорить на задание. И будем сейчас продвигаться до Шерхана. Мы, помните, в той части базарили с одним типком. Короче, так, ну что ж. Так. Но что-то с патронами слабовато. Ну да, ладно. Доставим мы свой ствол, он нас покруче будет. Так, ну что ж, всем еще раз привет. Как говорится, подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии, лайки. Всем приятного просмотра. Ну что ж, что ж у нас тут ожидает, новые приключения. Ну что ж, идемте. Мы знаем, это зона. Она нас может не пощадить. Так. Там уже перестрелочки идут. Так, ну что ж. Так. Так. Нам нужно добраться. У нас нет ни бинтов, нет, ничего нету. Если нам посвящаются какие-то ребята не очень хорошие, ну давай сразу так сохранимся, чтобы не слиться. Он тяжело перезагрузится. О, какой-то товарищ стоит. О, это походу наш этот и есть Шерхан. Быстро мы его нашли. Так, ну что, давайте, они уже здесь походу. Так, опа, Шерхан, здорово, Пашка, говорит, как обстоит наши дела. Здорово, бать. Так, здесь оказался. Ты сильно рискуешь торчать здесь. Мы, они выдвинули жесткие условия. Если будем их выполнять, то останемся в живых. А не так, как нас сотрут порошок. Да вот, решил предстраховать тебя, молодого, зеленого, да глупого, чтоб ты даром дров не наломал. Ну что ж, за условия. Седой начальник этот, Архарет, хочет с нами их получить. Мне должны отнести 100 тысяч с каждого пацана. Но это не все. У него еще есть одна хотелка, чтобы мы были у них на побегушках. Мы должны подать все, что они нам поручат. И не должны трогать их людей. Хотя, как он сказал, на наемников это условие не распространяется. Но если кто-то из наших даже случайно замочит хоть одного из людей Седого, то разговор с нами будет короткий. Пуля в башню. Это столько сырей срыло, у нас в общаке несколько бабла. Про выполнение задания я уж вообще молчу. Хорошее дерьмо мы влипли. Да, что делать-то будем? Ладно, я на базу перейду. С пацанами вопрос о сборе наличности. Придется все кубышки и заначки так повскрывать, наверное, и знать придется. Кстати, у тебя 100 тысяч имеется? Нет, откуда у меня сколько? Тогда надо в руки иду к пузырю. Он сейчас должен быть на контейнерной площадке. У него там встреча с каким-то барыгой из Лиманска. Займи у него 100 косарей, хотя отдавать долги пузырю-то еще канитель. Слишком ушлый барыга. Но выхода у тебя другого нет. Так не ерепенься. И как получится от пузыря деньги, то отнеси их Седому уже сам. Ладно, теперь не могу, раз другого выхода нет. В общем, Седой хочет с тобой позабодать лично. Моего так желанию маловато. Значит, Седой хочет со мной лично познакомиться. Ладно, пойду гляну, насколько он крутой мужик. И так, это актуально с ним. Седой может еще условия накинуть. Так, ладно, поговорить нам нужно с пузырем. Ну что ж, пошлите до пузыря. А ну стоп. Тут аж штрихи, может, они чем-то торгуют. Тут аж штрих. Так, нарисовался, торговля. У тебя, о, бинт есть. Братишка, а нам бинт не купить. Выход. Бывай.
Так, еще один штрих. Торгануть. Купить. Выход. Ага, так, ладно. Так, ну что ж. Ладно. Ну что ж, пошлите, поищем пузыря. У нас вот появилось пару этих. Кстати, нужно водичка заправиться. Так, где-то тут-то пузырь должен быть. Какая-то тут у него стрелка. Тихо. Мы сразу сохраняемся. Я люблю часто сохраняться, чтобы потом не переигрывать. А бывает так, знаете, играешь, оп, подзастрял. И начинается опять все сначала. Это бывает очень жутко напрягает. Что-то рыкнуло. Зарычало. Так нехорошо. Так, седой. Где же этот товарищ седой? Опа, зомбированный. Вот и все. Так. Вот мы патрончиками разжились. Так. Вот, блядь, мы идем как раз на логово зомбированных. Готовченко. Так. Сохраняемся. Так, это тоже куча аномалий. Товарищ зомбированный. Так, ладно. Так. Покуда тут, я как помню, убил кучку мутантиков. Так. Нам водиться надо, мы устаем. Вон там должен быть седой. Ух ты. Тут же как-то надо нам пробраться. А ну-ка. Так. Посмотрим, тут нигде ничего нету. Никаких артефактов. Нема. Блять, вода нам нужна, а у нас нету воды, блин. Давайте скушаем что-нибудь. Так. Нам нужна вода. Костюм у нас нормальный, все. Вот, блин, незадача, да? Это жажда, блин, меня достает. Как-то, блин, что, нема? Кровососов, так. Ну-ка. Так.
Да этим, блин, артефакты не поищут. Так ладно. Нам нужна вода, мы уже, блин, на исходе нашей силы. Так, ладно, ладно, ладно. Увидим. Пошел я. Он порешал наш, отдал бабки за пацанов, теперь осталась моя доля. Так, сейчас мы посмотрим. Как мы видим, нам прислал Шархан повесточку. Осаду сняли. Это хорошо. Так. 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 Так, моя фляга пустая, не наполнишь ее водичкой, без проблем. Вот деньги не скупись. Так. Вот отлично. Так, водичка нам наполнили. Вот так. Так. Вот седых. Пузыречек. Так. О, Коля, что надо? Так, пузырь. Так, у тебя как-нибудь выгодное заказывание имеется? Мне нужно 100 тысяч. Если заказ нет, то дай займы. Я все отработаю. Большая сумма просишь. Заказ один есть, большой и жирный, но 50 штук. Я думаю, подтянет. Но может еще заказы поискать. Но это заказ на ликвидацию. Небольшие ручки кровью. Не боишься ручки кровью замрать? Вот что сделаем. Деньги я тебе дам сразу. Вот честное твое слово, но вернуть ты мне их должен в течение 3 дней. Всю сумму сразу. По частям я не принимаю. За каждый день просрочка платишь плюс 5% суммы. Советую не тянуть резину. Тебе каждый 3-й день проценты будут удваиваться. Устраивает тебя такое? Черт, ну лады ж ты. Ты сам понимаешь, какие условия выкидываешь. Если для тебя я лох, если для тебя лох посторонний. Так, ты мне тут пальцы веером не делай. Не нравится слово, не бери. А в общем ничего личного, только бизнес. Ладно, не скули, все отдам. Так, я не сомневаюсь, вот что, это мои условия. Вот держи свои 100 кусков, как только закончишь здесь свои дела, сразу займись с тобой теперь уже нашими делами. Ладно, с тобой бизнесом мы еще поговорим. Так. Ну, пузырь, ты тертая шкура. Седой нас всех на бабки посадил, а ты типа в стороне. Делами занят. Ладно. Земля круглая. Сочтемся еще. Понятно, лошпед, блядь. Пузырек. А кстати, надо с ним поторговать, пацаны. У него тут имеется. Так, у нас. Нам нужно для калаша патрончиков. Взять. И. Так, что нам надо еще? А. Ага, у него провизии подкупить. Монтиратки не могу, не могу купить. Так, выход. Выход. Бывает так. Это какие-то ребята. Так, сталкер. Так, торговля. Тоже тот торгаш. Пацаны, это тут все походу торгаши у нас. Торгаши. Аптечек у него походу нету, а для нашего ствола нужны вот такие патроны. Так. Ого. Купим. Все, выход. Бывает. Так, все, деньги мы больше не дадим. У нас 100 тысяч, нам нужно их отдать. Так. Теперь нам нужно идти. Да, как мы сюда пришли, мы помним. Идемте. Так. Нам теперь нужно до Седова. Ну что ж, пошел до Седова. Я думаю, приключений не будет. Что ж, ребята, вот туда ни в каком случае не идите. Вы сразу вам будет. Такая там зона, короче, что вы сразу ласты склеите. Почему-то вы сами себя, ну, короче, нехорошая. Там барахлишка, туда лучше не суваться. Так, что ж, нам нужно идти сразу до Седова. Так, Седой, Седой.
Опа, опа. Так. Тихо. Эти бляски. Ух ты. Собачки. Сохранимся. Так. Так. Минус один. Собаки. Вот это я попал в засаду, мутанты. Секунды, ваши мутанты. Так, нам туда надо, походу. Маленький гад. Так. Так, ну что ж, мы тут трошки повоевали. Теперь нам надо вроде бы сюда. Так. За товарищей. Отдать бабло. Так. Так. Налейте наемникам полные чаши, им завтра снова в поход. Вот мы пришли. Так. Ну здорово, что тебе. Нашел вот вам. А, наша вам скидочка, чтобы у вас. Что, принес бандит деньги, принес или еще зачем? Вот, держи бабки, надеюсь, ты теперь от меня надолго останешься. Так. Кто бы сомневался, что заплатишь. Пока можешь быть свободным, но будь пока, надеюсь, не скоро увидимся. Так, ну что, бабки мы дали, поговори с пузырем тебе нужен он. С тем барыгой. Пошли теперь обратно до барыги. Так, вот попали мы трошки в замес. Тут мы поклали ребят чуть-чуть, вернее кабанчиков. Там, ух ты, блин. Так, ладно, пошлите. Тут засаду вроде убрали, че осаду, че засаду. Теперь мы можем спокойно пройти. Без всяких кипишел. Так. Так. О, кенты. Так, все тут, где наш товарищ Седой, блин? Все пришли, все бабки отвалили, все такие довольные. Вот он этот, хмырь. Так, что тебе, брат? Так, так, флагу наполнишь, вот деньги, так. Ну вот так, а теперь... Ну здорово, есть желание заработать денег, там тем более, что они мне сейчас... Нужны просто позарез. Так, слушай внимательно, дело на 50 тысяч. Сейчас стёшь фишку? Да, секу, я секу. Говори, что делать нужно. Где копачи, знаешь? Так вот, где-то там рядом один большой барыга забил стрелку с моими заказчиком. Хотя за моей спиной большим делом прокрутить. А я такого кидалова не прощаю. Нужно пойти и завалить всех. И заказчика будет толстый и клёный кошелек. Он и будет твоим оплатой. А в качестве доказательства принеси еще КПК барыги. Это я
это и будет из выполнением первого моего заказа. Но учти, народу там будет много. Правящий один, за запрос мучиться от трошей, у меня любимое занятие. Так, а ну-ка, что у нас тут с снарягой? Аптечки есть, бинты вроде есть, патроны вроде есть. Так, ну что ж, вот у нас все есть, так, ну что ж, пошлите. Вот, блин, невезуха. А в ментуре ты был? Капачи, капачи. А далеко эти капачи от нас? Ух ты, ни хрена себе, далековато. Ладно. Пошлите. Ну что ж, пошлите до Капачи, если будет что-то интересное. Мы тут-то кого-то видим. Тут такие осязания. Это типа ребята. Их мы трогать не будем. Типа кенты. А нам нужно дальше. Мы уже почти доходим, да, вроде? Ну да, уже почти. Так. Ух ты, бля, куда-то я зашел. Куда-то чуть-чуть не туда, куда надо. Ладно. О, бля. Ты, ёб твою мать. Так. Мы пошли, блядь, ночью, блин. Тихо. О, кто-то нарисовался. Семеро. Будет ихняя стрелка, блядь, и шо? Да, блядь, да ебать. Стрелка ихняя. Тихо. Вот оно здание. Тихо, тихо. Семеро. Сохраняемся. Тихо. Вот мы их надыбали. Все. Минус один. Еще шестеро осталось. Так, сохранимся. Минус еще один. Тихо. Тихо, блядь. Тихо, сохраняемся. Еще осталось четверо. Какие борзые ребята. Давайте. Вот так. Что ж, три осталось. Так. Все, готов. Еще осталось это. Опять три, блядь. Вы что, сука? Плодитесь там, блядь. Еще трое. Так, сохранимся. Суки, где вы там? Тройка ваша.
Наш тебе лимонку! Нашего завалили! Тихо. Какие-то тормознутые персонажи. Я вам базарю. Еще один остался. Вот тут-то. Ага, он здесь. Вот тут-то он. Еще один штрих. Сохранимся. Он в этой комнате, походу. Чего? А он, наверное, на втором этаже, блядь. Ну да, он, наверное, на втором этаже. Ты чё, сука, типок? Так. Теперь давайте обыщем этих все тела. Добода нам не помешает. Так. Так. Вот АПК мы взяли. Так. Вот уже понабирали сколько всякого барахла. Так. А где ж наши 50 тысяч? Че он нас прогнул, блядь? Так, Ф. Так, потом, что мы еще хотим? А водиться ёбнуть. Ну что ж, вроде мы всех прибрали. Сохраняемся. Что ж, пошлите назад до пузыря. Так. Капец, это радиация на этих копанках, блин, офигенная. Так. Так.
Пипец, эти мутанты, мутанты, мутанты. Так. Сохраняемся. Чё я такой стою, когда я набрал? Используем геркулесика. Будем сильны, как Шварценеггер. Так. Ух ты, блин. Вот это уже мне крик не нравится. Это уже... Что там у нас? Так, что у нас тут с аптечками? Есть их. Аптечки. Тут уже, походу, бойлеры заспаунились. Еще кровососиков не хватает. Ух ты, блин, это наемнички. Не хочу я с ними связываться. Нате, пацаны! Ух ты, блин. Текаем, текаем. Они мне не товарищи. Эти наемники, блин. Как они мне... Вот ты заедрал эту аномалию. Все, мы вроде бы нормально все. Эти до пузыря, бля. Так, ну что ж, сейчас мы пузырю сдадим это дело. Это будет наше. Ой, блин, не то нажал. Блин, шаха не перевел. Один раз. Так, ну что ж. Пацанов спросил. Так, вот он. Не, ну реально. Так. Так, пузырь, что-то подстало. Не было у Барыхи никакого толстого кошелька, только КПК, и он запаролен. Шутки со мной шутить вздумал. Тебе что, глаз? Я сейчас тебе в глаз врежу. Так, значит, мои сомнения подтвердились, и стрелка, и колпачок забивала по другому теме. Это очень хорошо. Теперь мне осталось взломать КПК и передать информацию. Ты даже не представляешь, сколько она может стоить. Еще долг по сравнению с этим тьфа. Мелочь, как владеет информацией, тот владеет миром. И кому может и мелочь, кому и нет. И что за информация, кому теперь ее продашь. Не твое ума дело, малек, на тебе тягаться с акулами бизнеса. Я сегодня сорвал бан. И победители это щедрые люди, поэтому я прощаю тебе половину долга и от меня проценты. Но только половину, 50 штук ты мне по-прежнему должен. А теперь... Проваливай, возможно, скоро еще одно дельце наклюнется. Пока, если хочешь, помоги нашему медику. Он уже за всех задолбал свои проблемы. Это меняет дело. Но с великой барышной баром. А, с великим барышом мог бы и весь долг простить. Бывает. Так, ну что ж, на этом будет наше видео закончено. Потом мы пообщаемся с медиком. Всем пока. Увидимся. Так, отмена. Увидимся уже в следующей части. Ну что ж, всем приятных просмотров. Подписывайтесь на мой канал. С вами был Тоха1979. До следующей встречи. Увидимся. Всем пока.